Одинцовском округе заработал второй клуб проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Торжественное открытие новой локации прошло в библиотеке номер один. Безусловно, решение было принято вместе с жителями, с нашими членами клуба «Активное долголетие», потому что их становится каждый день все больше и больше, уже более 2000 активных, заряженных энергией, позитивных людей, которые каждый день нам ставят новые задачи. Где-то нужно заниматься спортом, где-то нужно заниматься танцами, петь, развиваться, рукоделием. И многие-многие эти направления не поместились просто в нашем первом клубе, который мы открыли в парке имени Ларисы Лазутиной. На празднике в честь открытия было очень много гостей. Вместе с главой поздравить всех участников активного долголетия приехали актеры театра и кино Александр Михайлов и Вячеслав Разбегаев, а также депутаты Лариса Лазутина и Оксана Пушкина. Очень хорошая программа. Она очень искренняя, она очень правильная. Она направлена, знаете, вот они все общаются, они все, у них живой глаз, они на таком позитиве, и к ним хочется прикоснуться, потому что устаешь очень от негативных эмоций, от суеты нашей жизни. И вдруг эти женщины, которым через 3 года, одна мне сегодня сказала, мне будет 100 лет. И я говорю, можно я к вам прикоснусь? Передача поколений, смена поколений, общение очень важно. Теперь в первой библиотеке расположены лаунж-зона, зал для динамических занятий с тренажерами и шведской стенкой, зал для просмотра кинофильмов, а также зал для творческих занятий с уникальным чудо-шкафом для рукоделия. Участники активного долголетия очень рады и программе, и открытию нового клуба. Круг друзей ширится, интересы наши тоже расширяются. Очень хорошо, очень интересно, и мы ждем следующих встреч. Здесь будут проводиться занятия по вокалу и курсы компьютерной грамотности в специально отведенной зоне. Активными помощниками участников клуба на празднике стали представители молодой гвардии «Единой России». По словам председателя Михаила Серегина, ребята работают с нашим старшим поколением не впервые. Мы встречаем гостей, участников активного долголетия, помогаем им, провожаем, отзываемся на их просьбы и участвуем в самоорганизации мероприятия, в его проведении, в процессе. Гости душевного праздника в честь открытия клуба услышали в этот вечер много хороших песен и огромное количество поздравлений и очень теплых слов. Напомним, что записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Для этого нужно оформить заявку в Центре социального обслуживания или в специальном приложении «Мобильный центр социальных услуг». Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».